Друзья, всем привет! Ну вот, наступил тот день, когда мы отправляем погрузчик. Сегодня суббота. Поедет транспортная компания КИТ. Поедет без обрешетки, что размер его большой. В обрешетке, я думаю, они его уронят сразу же. Потому что там такие вообще работники. Я просто там набрали кого попало. Носятся. Раз мне чуть ногу не переехали, прям носится, не смотрит никуда. Есть удлинители для вилочного погрузчика, не пользуются. Его можно и удлинителем было бы поднять. Но им зачем? Вот они так на коротких раз уронили. То есть ответственность несут. Причем это везде так. На любой транспортной компании такое может случиться. Никто не застрахован. Только есть вариант заплатить немного. И такой же привезти. А есть вариант заплатить много и также привезти. Вот тут выбирать вам. Ну, поедет китом. В общем, груз застрахован будет на всю стоимость. Транспортная накладная есть. В общем, что хочу сказать по погрузчику. Погрузчик обалденный. Мне очень нравится. Вещь хорошая. Действительно, качество достойное. Да, он вроде бы и небольшой, но для дома само то. На дизельном двигателе он, конечно, не дешевый выходит, но очень отличный. Мне нравится. Запускать. Гудит, запускается. Две передачи вот пониже. То есть все одно. Одним джойстиком все делает. Повышенное так. Ну, очень классно, мне нравится. Машина отличная, вес приличный для такого малыша. Ну, хорошая машина. Так что заказывать. Скоро это все будет все равно дороже, потому что мы на месте не стоим и продавать скоро их по такой цене не сможем. Потому что, ну, или просто не будем делать. Поэтому успевайте, заказывайте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.